Добрый день, дорогие друзья! Я приглашаю вас на заключительную 4-ю сессию большой познавательной конференции от Centurium, которая состоится уже совсем скоро, 22 сентября в 15:00 по московскому времени. На конференцию ведущим спикером приглашена Бутолина Елена Эдуардовна, врач высшей категории, педиатр, аллерголог, иммунолог. И, естественно, она расскажет о том, как сохранить и укрепить здоровье наших детей. О чем еще пойдет речь? О том, как долго и часто болеют наши дети и должны ли они болеть. Мы узнаем, как повысить успеваемость школьников и их заинтересованность в учебе. И, естественно, спросим экспертное мнение врача-аллерголога. Являются ли все же продукты пчеловодства аллергенами? В общем, скучно не будет. Подключайтесь 22 сентября в 15:00 по московскому времени на каналах компании ВКонтакте и YouTube. Для всех участников конференции традиционно в конце приятные бонусы и сюрпризы. Мы вас ждем. До встречи!